Всем привет! Сейчас у нас в Сибири. В данный момент 21 час 10 минут. И вот что я вам хочу показать. Здесь вот у нас напротив моего дома есть информационное табло. Вот посмотрите, пожалуйста, вот сейчас это время у нас, это вот 2 апреля сегодня у нас. Пожалуйста, температура воздуха у нас плюс 20 градусов по Цельсию. Ну, это давление. Так что в Сибирь пришло лето. Мы очень рады. Сегодня днем было плюс 25. Очень необычно для Сибири, так как сегодня только 2 апреля. И вот такая температура воздуха. Люди все идут сегодня с работы. Точно так же, как я шла. Еще в пальто. И несла в сапоги свои в пакете. Шла с работы, а дети гуляли уже в одних футболках. Ну вот, пожалуйста, лето пришло в Абакан. Просто не знаю, что нас ожидает завтра. Но если вечером плюс 20, то, извините, днем может подняться и до 30. В то же время, по новостям я слушаю, смотрю, в то же время в Волгограде, в Саратове или где-то там еще, то есть в более южных областях нашей России, оказывается, снежные заносы еще. Так что вот такие чудеса природы. Ну, я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Что ж, будем встречать лето.